Карагандинские таможенники самые чистые. Об этом сообщили в надзорном органе региона. По словам прокурора области, среди сотрудников таможни не выявлен ни один коррупционер. За два последних года сотрудники таможни ни разу не совершили коррупционное преступление или правонарушение. Помимо областной прокуратуры, это подтвердили и другие подразделения, такие как финансовая полиция, комитет народной безопасности, также республиканское управление внутренней безопасности, комитета таможенного контроля. Среди других регионов Казахстана это считается завидным лидерством. Отсутствие коррупционеров в данной сфере говорит о хорошо проводимой профилактической работе среди сотрудников. К слову, в областной прокуратуре рассказали еще о других фактах. Они связаны в основном с другими департаментами. Финпол возбудил в отношении сотрудников органов внутренних дел 12 уголовных дел, в том числе коррупционного характера. В отношении судоисполнителей 2 дела, в сфере здравоохранения 19 дел, образования 9, в отношении работников акимата 15 уголовных дел, органов юстиции 1 дело. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества, любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» — это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».